Всем привет! Сегодня мы будем вязать вот такой вот вафельный узор. Или иначе его называют узор соты. Такой узор можно использовать для вязания полуверов, свитеров. Вот с одной стороны он выглядит вот что-то наподобие вафель или сот. И с другой стороны с изнаночной выглядит вот так. Такими вот как дырочками. Для вязания такого узора нам необходимо набрать количество петель кратное 8 плюс 2 кромочных. У меня набрано 18 петель, и мы приступаем к вязанию. Также нам потребуется дополнительная спица какая-то или вот просто шпилька для снятия петель. Первую петлю кромочную мы снимаем и первый ряд провязываем лицевыми петлями. Полностью весь ряд провязываем лицевыми петлями. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Все изнаночные ряды мы вяжем по рисунку, то есть изнаночными петлями. Провязываем все четные ряды изнаночными петлями. Последнюю петлю провязываем тоже изнаночной. Так, дальше. Первую кромочную петлю мы снимаем. Дальше. Следующие две петли мы снимаем на дополнительную спицу. И оставляем их за работой. Провязываем 2 петли лицевых, возвращаем на рабочую спицу 2 снятые петли, и провязываем их тоже лицевыми. Дальше опять снимаем 2 петли на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Провязываем 2 лицевые. Дальше 2 петли с дополнительной спицы. Провязываем тоже лицевыми. Так, и опять 2 петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем их за работой, провязываем 2 лицевые, затем возвращаем их на рабочую спицу и тоже провязываем лицевыми. И еще раз снимаем 2 петли, оставляем их перед работой, провязываем 2 лицевые и дальше 2 петли лицевые со вспомогательной спицы. И так вяжем дальше. Следующий ряд мы вяжем по рисунку изнаночными петлями, четные ряды провязываем изнаночными петлями. Вяжем до конца ряда изнаночными петлями.
все четные ряды. Так, следующий ряд мы провяжем полностью весь ряд лицевыми петлями. Вяжем полностью весь ряд лицевыми петлями. Следующий провязываем изнаночными. Так, провязали изнаночным ряд, и сейчас опять делаем перекиды. Кромочную петлю снимаем, дальше 2 петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем их перед работой, провязываем 2 лицевых, дальше 2 петли со вспомогательной спицы. Провязываем лицевыми. Дальше снимаем 2 петли на дополнительную спицу, оставляем их за работой. Провязываем 2 лицевые. Дальше 2 петли со вспомогательной спицы. Тоже провязываем их лицевыми. Опять 2 петли на дополнительную спицу. Оставляем перед работой. Вяжем 2 петли лицевых. Дальше 2 петли лицевых со вспомогательной спицы. Опять снимаем 2 петли. Оставляем за работой. Провязываем 2 лицевых и 2 петли лицевых со вспомогательной спицы. И так вот чередуем эти перекиды. Две лицевых. Последнюю провязываем изнаночной. Следующий ряд провязываем изнаночным. Все четные ряды вяжем изнаночными петлями. И у нас получается вот такой вот узор. Дальше повторяем опять с первого ряда. Вяжем по схеме. И получается такой вот узор. Если вам понравился урок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До встречи в следующем уроке.